То есть, если у нас есть побуждение к Божественному, что-то получить, там молиться, чтобы мы были хорошие, чтобы он нам дал, то есть, там разные верования на религии, все, что только есть, это все относится к уровню животного. Потому что в итоге мы хотим чего-то для себя, это еще не снизу вверх, это еще не пробуждение к слиянию, а пробуждение к слиянию это уже относится к уровню человека. Что это значит пробуждение к слиянию? Это пробуждение к отдаче. То есть это у нас выражается в формуле «возлюби ближнего, как самого себя». И через это возлюби Творца своего. И этим мы приходим к совпадению с Ним, и Его отношение к нам также абсолютная любовь.